Всем доброго времени суток, меня зовут Анна, и вы на моем канале. Сегодня у меня на распаковочке вот такая вот посылочка. Здесь я уже знаю, что у меня лежит. На почте сегодня не хотели эту посылочку отдавать. У нас почта вообще по-дебильному работает. Не хотят ничего отдавать. Полностью не помещается в кадр. Такой мешок огромный, мусорный. Здесь вот такая вот посылочка и еще одна. Так, больше ничего нету. Давайте начнем вот с этой. Естественно, здесь вот такой вот штатив. Крепление как... Короче, разбираться надо. Давайте хотя бы откроем, посмотрим, все ли тут на месте. Так, все. Коробочки пусто. Прям такой тяжелый. Все, смотрите, заупаковано как. Нам же надо посмотреть, все ли тут целое. Так. Следующий давайте посмотрим. Это я так поняла. Вот как раз вот этот вот. Штатив. Так, тут-то вроде бы все целое. Я не знаю, как собрать, надо потом посмотреть. Естественно, я не смогу вам показать, как оно у меня будет крепиться к моему столу. А может быть и покажу, не знаю. Здесь должна быть сама лампа. Же купили, и мне такой надо. Нет, говорят все то, что удобно очень. Вот и я решила попробовать, чтобы как бы не задевать свой штатив, когда вот он у меня стоит вот здесь, и чтобы вот здесь сбоку висело. Ай, блин, обрезалась. Ладно. Ну и давайте смотреть. Все, коробочки больше пусто, ничего нету. Это вот такой вот пультик. Естественно, без батарейки. Надо, наверное, батарейку сюда купить. Ну, сейчас посмотрим. Все пакетики. Классно, что такой адаптер. Давайте посмотрим саму лампу. Вот такая она небольшая. Мне вполне ее хватит, такой лампы. Так, вот взяла розетку. И давайте посмотрим, вообще работает ли она. Что-то вот. И как я тут понимаю, включить, да? Смотрите, как светит на стол. Блин, смотрите, как классно будет. Ничего не убавляется. А, вот. Вот это желтый свет. Это прям такой тоже желтоватый. Ну, вот это больше мне нравится. А, вот. Это меньше вот здесь. Меньше вот здесь, а больше прибавлять.
Вот. И интересно, вот смотрите, я прибавила вот эту. Вот интересно, когда будет стоять телефон и вот так вот светить. Блин, посмотрите, как классно с подсветкой. Это супер. Надо теперь разбираться. Рабочие. Надо теперь разбираться, как сюда телефон. Потому что я отзывы читала, у некоторых, когда они ставили вот сюда телефон посередине, у них сильно прогибалась лампа вниз. Не знаю, как у меня будет. Посмотрю. Сейчас, кстати, соберу вот эту всю конструкцию и попробую на нее поставить и следующую вам посылочку снять.